Трехкомнатная квартира на 10-й станции Фонтана в новом сданном жилом доме с панорамным остеклением и террасой. Площадь квартиры 96 квадратных метров. Квартира свободной планировки. Здесь у нас слева мы оборудуем кухню. И у нас здесь один небольшой балкончик. С него открывается хороший вид как на море в сторону Аркадии. Также у нас видно и город. 9-я Фонтана, площадь Толбухина видно. Дальше мы перемещаемся. У нас выделены зоны под санузел с ванной. Здесь не делали чистовую стяжку для того, чтобы можно было оборудовать теплые полы. И вот у нас здесь зонируется это помещение на две комнаты. Обе комнаты с панорамным остеклением. С них открывается вид также на монастырь за 16-й Фонтана и прямой вид моря. Там у нас Маристелла, пляж Чайка. Вид шикарный. Здесь у нас входит солнце. И передвигаемся в третью комнату. Третья комната с двумя окнами. То есть получается у нас это окно с видом на террасу. И сама балконная дверь. С террасы у нас также вид на 9-ю Фонтана, Толбухина площадь, Аркадия. И полностью 10-я Фонтана. Также у нас здесь рядом небольшой парк. Он больше как сквер. Все для комфортной жизни. В шаговой доступности 2 супермаркета, кафе, рестораны, детские сады и школы. Звоните.